Работа депутата Государственной Думы непростая, но очень интересная. Много времени приходится проводить в Москве, перерабатывать огромные массивы информации. Но мысленно я всегда с вами, мои земляки и мои избиратели. Ни секунду не забывая о ваших наказах, отстаиваю ваши интересы. И при первой же возможности стремлюсь на родную землю. Здесь тоже работы хватает. И, конечно же, Новый год я встречаю в Саратове. Дорогие земляки, год 2016 был непростым, но мы справились. Считается, что высокосные года труднее и сложнее. Давайте верить в эту примету и надеяться, что в 2017 году будет немного легче. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, трудностей и проблем сейчас хватает, но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Человеческая память так устроена, что с течением времени вспоминается только хорошее, а плохое забывается. Давайте вспомним то хорошее, что случилось в 2016 году, и работать над тем, чтобы в 2017 году хорошего было еще больше. Эти праздничные выходные дни проведите с семьей, занимайтесь спортом, сходите в театр или просто в кино. Желаю вам хорошего настроения на весь год.